В эфире ночные картины с Алиной Тереховой и выходное настроение. Любимый отдых сэра Лоуренса Альма-Тадема. Основа сюжета – закрытый для посторонних глаз римские термы. Мраморные залы отличаются великолепием и незаурядной архитектурой. Купель имеет овальную сложную форму. Каждая ступень, что ведет к прозрачной воде, прописана дотошно. Даже каждое вкрапление коричневой мозаики на полу не осталось без внимания художника. В работе много света и прозрачных светлых красок. Палитра настолько радостная, что слепит глаза. Автор изобразил жанровую сцену купания римских красавиц высшего сословия. Каждой героине он уделил отдельное внимание и наделил своей мимикой, характерными чертами и убранством волос. В монотонной палитре Альма-Тадема выделил отдельными пятнами входные двери и букет лиловых цветов. Растения оживили молочный колорит и обозначили радостные летние ноты. Так ли на самом деле выглядели термы, неизвестно. Но фантазия автора на эту тему очень приятная для рассматривания. Тем, кто ложится спать, радостных снов!